А теперь к новостям спорта. Петропавловск встречал знаменитого боксера. Наш земляк Жанат Джакиянов вернулся из Болгарии, где 9 мая проходил очередной поединок на профессиональном ринге. На перроне железнодорожного вокзала вместе с друзьями и родными спортсмена встречали и наши корреспонденты. На перроне железнодорожного вокзала атмосфера в очередной раз торжественная. В Петропавловск возвращается наш земляк Жанат Джакиянов, спортсмен, который неоднократно покорял мировую арену. Встречают его родные, друзья и коллеги. С минуты на минуту приедет наш земляк, наш чемпион, завоевал титул интерконтинентального чемпиона. Теперь он в рейтинге первый. Я его друг, другие друзья тоже пришли. Также мы вместе тренировались, спарринговали вместе. Вот ждем, все волнуемся. Как никто другой радуется победам североказахстанского боксера, его мать Нуржамиля Джакиянова. Бои сына старается не смотреть, однако всегда поддерживает Жаната. Спасибо Всевышнему, чтобы Жанат свою родину, Казахстан, вернул жив-здоров. Который готовили промоутеру, тренерам большое спасибо, болельщикам, нам терпение. А вот и долгожданный поезд. Цветы и поздравления от близких принимает наш знаменитый боксер Жанат Джакиянов. Своей радости, что приехал на родину, не скрывает. Тепло приветствует встречающих. Многим не терпится узнать о поединке в Болгарии за титул WBA International против аргентинца Эктора Гузмана. Ведь готовился к нему спортсмен еще с января. Подготовка прошла очень так хорошо, интенсивно. 10-недельный сбор, хороший спарринг, партнеры. Ну, все как положено было. Прилетели потом в Болгарию, соперник аргентинец был. Ну, что сказать по бою. Это профессиональный бокс, здесь шутить нельзя, здесь бьют. И вот во втором раунде за мою ошибку меня не наказали. Ну как, мне надо было уходить, когда отходить назад надо было в сторону, а я по прямой назад отходил, и здесь мой соперник меня наказал. Ну ничего, мы думаем, мужчины должен все пройти, ничего, встал. Я очень рад, что смог подняться и продолжить бой. За свою профессиональную карьеру спортсмен провел 25 боев, из которых 24 выиграл. Впереди у нашего боксера грандиозные планы. В октябре-ноябре Жанат Джакиянов проведет бой уже за титул чемпиона мира, а пока посвятит все свободное время семье и недавно родившейся дочке Нурай. Денис Севков, Михаил Казначеев, новости МТРК.